Яких змін і яких цін чекати на ринку нерухомості, ми поговоримо далі з Іваном Кудояром, головою спілки консультантів з нерухомості. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, добрий день. Добрий день. Отже, пане Іване, на вашу думку, як новий податок загалом зараз вплине на ринок нерухомості і чи на часі взагалі зараз його впровадження, власне? Ну, знаете, я вам скажу, что новый налог, вот сейчас он особо не повлияет. Объясню почему. Потому что большинство застройщиков, ну не большинство, а все, когда они продавали квартиру, ну допустим, на этапе фундамента за 2 миллиона гривен, и инвестор решил ее переуступить спустя 2 года, то в договоре об уступке права на квартиру указывалась и указывается та же цена, по которой инвестор покупал. То есть если он купил за 2 миллиона, он ее и переуступал за 2 миллиона. Но это все на бумаге. Естественно, расчет между сторонами происходил в наличных долларах. То есть это было всегда так. И единственное, кто отступал от правил, так это банк Аркада, который строил Эврику и Патриотику. Но, к сожалению, он ушел с рынка еще 3 года назад. То есть пока это на рынок никак не повлияет, налогообложение. Як я розумію, влада додатковим цим фінансовим навантаженням, вона просто хотіла вивести ринок нерухомості на чисту воду, припинити ці фіктивні операції з відшкодування ПДВ забудовникам. Я правильно розумію, чи мета інша якась ще була в цього закону? Ну, знаєте, тут кілька цілей, звісно. Що стосується, звісно, треба наводити порядок, тому що у застройщиків, от, допустим, взяти Київський регіон, ми бачимо около 15 видів договорних схем між інвестором и застройщикам. Это попередние договора, инвестиционные, фонд финансирования и так далее. То есть нет у нас единой схемы. То есть каждый застройщик предлагал свой договор инвестору. У каждого была своя система налогообложения. Законодатель пытается это все-таки, знаете, как в рамки законные втиснуть эту отрасль, потому что так продолжаться не может. Мало того, я скажу, что из этих 15 схем всего одна законная, все остальные не попадают, в закон об инвестиционной деятельности. То есть регулировать эту часть закона надо, то есть эти отношения. Но своевременно ли? Это вы правильно сказали. Не своевременно, потому что закон заработал бы в полную силу через 2 года в том случае, если бы в стране не было военных действий. Сейчас это удлинится, то есть срок еще отодвинется на несколько лет. Из-за того, что, понимаете, как в этом законе не только застройщик и инвестор, как стороны. Здесь надо Минюст подключать, нотариат подключать. Здесь очень много технической работы. То есть здесь нужно, чтобы было полное согласие и взаимопонимание между сторонами сделки. Всей сделки, всей строительной области. Но такого не происходит, потому что многие застройщики, к сожалению, на сегодня даже прекратили свою деятельность, то есть их нет на рынке. С кем обсуждать? Якщо на меті у цього закону було захистити права інвесторів, але по факту виходить, що податок навпаки може відлякати тих, хто планував купити нерухомість на початку будівництва, а потім продати за вищою ціною. Чи не поставить це взагалі ринок на паузу, на вашу думку? Ну, знаете, на паузу ринок, к сожалению, ставят совершенно другие обстоятельства. Это, знаете, воздушные тревоги, отключение электричества. Сейчас сам по себе рынок, он в таком, знаете, полуумершем состоянии. Почему? Потому что, скажем так, что у ведущих застройщиков, если было там 30-35 сделок в месяц, то сейчас они опустились до 3-4 сделок в месяц. И многие застройщики выживают за счет того, что в свое время многие инвесторы покупали в рассрочку квартиры. Вот за счет вот этих вот платежей, которые инвестор обязан выплачивать, застройщики выживают. То есть налог как таковой на рынок не повлияет никаким образом. Это я вам точно утверждаю. То есть никто не будет пугаться этих 18 плюс 1,5%, потому что это пока еще не работает. От я щойно хотів спитати, що це ж треба додавати ще 1,5% від військового збору. Тобто, на вашу думку, взагалі ціни не зростуть? Взагалі ніяк це не вплине?
Ну, а как они растут? Понимаете как? Не застройщик диктует цены. Я понимаю, что выросли стройматериалы, логистика, рабочая сила. Все это выросло. Бензин, газ и так далее. Но надо понимать, что рынок диктует цены. Если человек не готов покупать, он не купит ни по какой стоимости. Это первое. Второе. Ну, надо понимать, что до войны рынок недвижимости, первички, он рос, вообще рос, он достаточно хорошо. И он привлекал избыточные средства с других областей экономики. То есть инвесторы покупали по 3, по 10. Знаете, были случаи по 180 квартир для того, чтобы сэкономить деньги и заработать на вот подъеме цены. Когда подъема цены нет, системные игроки, которые покупали очень много квартир, они уходят с рынка, они ждут лучших времен. Поэтому ну, совершенно другие механизмы влияют на поднятие цены. Застройщик может поднять цену и в 2 раза, и в 3 раза. Но кто будет их покупать, эти квартиры? Я скажу, что многие покупатели переметнутся на вторичный рынок. Там гораздо более понятные правила. Но еще надо понимать, что, знаете, на первичке остаются военные риски. То есть, когда вы покупаете квартиру на первичке, на этапе фундамента, вы должны понимать, что это перспектива 3, 4, а то и 5 лет вперед. Я не думаю, что, ну, знаете, у публики есть, ну, такая доля оптимизма, кто может смотреть на 5 лет вперед. Тобто, по суті, ці забудовники зараз цей податок не вкладатимуть у вартість квадратного метра, да, а на себе братимуть ці витрати, я так розумію. Ну, знаєте, зараз сделки відбуваються дуже рідкі, точечні. Тобто сказати, що це от ввели налог, все, треба вводити. Ні, такого не буде, поки застройщик взагалі зайнят совершенно іншими проблемами. Він спасає себе, спасає своїх інвесторів, спасає стройку. Тобто йому зараз не до підняття ціни. Йому треба, наоборот, опустити ціну чуть-чуть, щоб хоч хтось прийшов, хоч хтось принес налічні средства. Тому що, ну, знаєте, з війною пауза затягнулася, всі застройщики вважали, що через 3-4 місяці ринок опять заработає, поки він не заработав. Пане Іване, буквально пів хвилинки лишилося, не можу не спитати про сірі схеми. Чи будуть зараз вигадувати якісь нові сірі схеми, щоб обійти цей податок? Ну, знаєте, зараз ринок первички взагалі полон сірими схемами. Я думаю, що вони як були, так і залишаться. Тобто все одно застройщики будуть адаптуватися під ситуацію, їм потрібні гроші, вони не хочуть платити лишні налоги. К сожалению, це так. А в нашій ситуації полувоєнної чи воєнної, ну, це буде. Звісно, будуть придумувати сірі схеми. Дякую вам, пане Іване, за ваші пояснення. Це був Іван Кудояр, голова спілки консультантів із нерухомості.